Дорогие друзья, продолжим изучать технику бокса, школу бокса. Ну, давайте сегодня попробуем атаку в разножку, так называемую в разножку, с левой или с правой руки. Три удара. Левый, правый, левый или правый, левый, правый. Ну, левый, правый, левый. Надо делать, желательно делать небольшого, после небольшого уклона, то есть или чуть вес тела на переднюю ногу надо сгрузить. И бьем передней рукой под шаг правой ноги. Да. Второй удар правый под левый шаг, третий удар под правый. Назад возвращаемся с другой руки на место. То есть такое движение. Чуть-чуть влево вес тела, небольшой шаг или уклон, можно шаг в сторону сделать или небольшой уклон сделать. И левый, правый, левый, три удара бьем в разножку. Отсюда без лишних движений назад возвращаемся с другой руки под одноименный шаг. Правый, левый, правый. Встал, стой. Еще раз. Шаг в сторону или уклон влево, чтобы вес тела оказался на передней ноге. И под правый шаг, под разноименный шаг бьем с передней руки, также с другой руки под другую ногу. Три удара. Левый, правый, левый. Назад с другой руки, правый, левый, правый. Возвратился в стойку. Чуть побыстрее, то есть движение такое. Раз, два, три. Назад, раз, два, три. Вернулся. То же самое с другой руки. Вправо уклон или шаг в сторону. И бьем правый, левый, правый. Назад возвращаемся с другой руки под одноименный шаг. Левый, правый, левый. То же самое. Или шаг в сторону, или небольшой уклон вправо. Здесь правый, левый, правый. Назад, левый, правый, левый. Вернулся. Вернулся в стойку. Движение такое. Раз, раз, два, три. Раз, два, три. Назад. Вперед под разноименный шаг. Рука и нога разные. Рука и нога разные. А назад под одноименный шаг. Одинаково рука и нога шагаем. Это как бы в боксе так бьются удары. В разножку. Еще раз. Можно с челночка. Двигаемся в челноке. Небольшой уклон или шаг в сторону. И раз, два, три удар. Раз, два, три. Вернулся на место. То же самое в другую сторону. Вправо. Раз, два, три вперед. Раз, два, три, назад, вернулся. Двигаешься. Еще раз объясняю. Чуть небольшой уклон или шаг. И три удара, рука и нога разные. А назад бьем, рука и нога одинаковые. Правый, левый, правый. Никаких лишних движений. Вперед с одной руки бьем три удара, назад возвращаемся с другой руки три удара. Еще раз быстро показываю. Правый, левый, правый, назад, левый, правый, левый, вернулся. Вперед, если бьем левый, правый, левый, назад, правый, левый, правый, вернулся. Все это с челночным передвижением. Ну, вот такие маленькие эпизоды техники бокса, техники школы бокса сегодня я вам рассказал. Приходите заниматься к нам в поселок Черкизово, школа бокса «Чемпион» или в школе бокса «РГУТИС», университет «РГУТИС». А адрес? Улица Озерная, 2. Пушкинский район. Поселок Черкизово, Пушкинский район. Школа бокса «Чемпион». Озерная, 2. Или университет «РГУТИС». Там тоже у нас секция бокса есть. Два зала в поселке «РГУТИС», Пушкинский район. Мы вас ждем, друзья. До новых встреч. Спасибо.